довольно. Когда тренер держит напряжение, дисциплина повышается в этом. Смотря по моей позиции, вот Землянухин, Мусабеков, я смотрю на них и от их игры я изучаю, опыт беру от них больше всего. Надеюсь, в будущем заиграю в национальной сборной. Будешь забивать больше голов, чем Землянухин? Постараюсь. Тренировка отличная, в хорошем настроении, в боевом. По словам тренеров, ну, на нас можно надеяться. Они говорят, ну, мы тоже будем делать все, что от нас зависит. По моей позиции нравится Валерий Кичин. Такой у него очень, можно сказать, характер, наверное, лидерские качества очень много присутствуют. В обороне, я думаю, это самое важное, потому что после нас уже никого нету, после нас только вратарь. Сзади должен быть человек уверенный и вселяющий уверенность других, которые рядом с ними играют. На мой взгляд, Валерий Кичин очень мощный защитник и знает, что делает. Выступает в российском чемпионате, на него равняюсь. Желательно всех ребят в будущем. Мы к этому и готовимся, чтобы, как так сказать, сменить поколение нынешнее. Нас готовят к этому, и мы сами морально, и в тренировочном процессе. Каждый мой партнер хочет выступать за национальную сборную, защищать честь страны. Факт.